Сегодня узнаем о том, как сделать соковыжималку для цитрусовых в дачных условиях. Есть как минимум два способа. Для первого нам понадобится пластиковая бутылка объемом 1,5-2 литра. Но не вся, а только ее донышко. Проверьте, чтобы оно было хорошо вогнутым. Итак, отрезаем от бутылки нижнюю часть, отступив от дна 5-7 сантиметров. И наша дачная соковыжималка готова. Берем апельсин, лимон или грейпфрут, разрезаем пополам и, прижимая к выпуклой части, поворачиваем. Такой соковыжималки вам вполне хватит на один дачный сезон. Потом ее можно выбросить, а можно вообще ничего не мастерить. Второй способ гораздо проще и, возможно, даже эффективнее. Все, что нам понадобится, это обычная вилка, но не алюминиевая, а из надежного металла и побольше по размеру. Берем половинку цитрусового, прямо в середину мякоти вставляем вилку и, сильно сжимая фрукт, поворачиваем ее несколько раз. Таким способом часто пользуются повара. Как правило, после вилки соковыжималки в цитрусовом не остается ни капли сока. Домашние хлопоты могут быть приятными. Просто нужно знать, как их сделать легкими.